Покинув дом с небольшим количеством запасов, героиня двинулась по узким улочкам к открытой местности. Дорога привела к большой парковке, где произошел первый контакт с ходячими. Проблем не возникло, ведь сил у нашей грустняшки много. Гитара отлично справлялась с огрызками, но нужно явно что-то получше этого. По дороге встретился пропускной пункт, в котором был ящик с очень полезным лутом. Пока дама накладывала добро в свою сумку, уже успело стемнеть. Рядом находилась мрачная больница, которая реально казалась очень мрачной. Внутри было много раскладных кроватей, свет практически отсутствовал, и где-то бродили ходячие. В некоторых местах больницы пол напрочь отсутствовал, что сыграло злую шутку с нашей героиней. Повреждения оказались очень серьезными. Необходимо было найти убежище, в котором можно было бы залатать раны, подкрепиться и переждать ночь. Неподалеку оказались жилые дома, которые отлично подойдут для этого. Но упустить возможность заглянуть в похожую ранее будку с военным ящиком никак не позволяла совесть. Внутри оказалось огнестрельное оружие. Возможно, пригодится. А вот и ночлег.